Они не только помогают быть в курсе событий, но и делают новости интересными. В минувшие выходные журналисты, операторы, работники типографии отметили профессиональный праздник. В честь Всероссийского дня печати лучшие получили заслуженные награды. Среди награжденных и коллектив нашей телекомпании. Шеф-редактор Вероника Викторова из рук главы региона получила благодарность за добросовестный труд и профессиональное мастерство. Сколько бы лет ты не работал? Год, 10, 20, пока тебе самому интересно, что ты делаешь, это будет интересно зрителям. Зрителя нельзя заставить смотреть то, что изначально неинтересно тебе. Анна Белунова – победитель областного профессионального конкурса имени Овечкина. Свой критический материал она посвятила взаимоотношениям районной власти и СМИ. Пресса все-таки не служанка, а зеркало. Она должна отражать реалии нашей жизни, таковые, какие они есть. Главная задача каждого журналиста – завоевать внимание аудитории. Секреты успеха у каждого свои. Сегодня в Курской области зарегистрировано более 180 средств массовой информации. Большая часть, безусловно, газеты. Борьба за читателя идет серьезная, но честная. Поделиться самой актуальной информацией, найти ответы на самые злободневные вопросы, рассказать об уникальных людях. Профессионально и интересно. Курские журналисты – это талантливые люди. И это факт. Потому что талантливость наших курских журналистов востребована. Это видно по тем печатным изданиям, это видно по их репортажам. Это самое главное. Награды, поздравления, теплые слова курских журналистов поздравили и артисты Государственной филармонии. Юлия Абрамова, Антон Латышев, телеканал «Сейм».